Добрый день, ребята! Сегодня я предлагаю сделать с вами белого медведя. Это символ Арктики, второй по величине сухопутный хищник планеты. Полярный медведь находится под угрозой исчезновения и занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Внешне он похож на обычного бурого медведя, но крупнее. Эти животные предпочитают районы с холодным климатом и большим количеством льда. Поэтому живут они в Арктике и северных частях, близких к Арктике. Опасность для белого медведя представляет загрязнение окружающей среды и таяние ледников, на которых они живут и охотятся. Интересные факты об этих животных можно найти в книгах. И сегодня для этой поделки нам понадобится 2 листа А4 белого картона, немного черной бумаги или черного картона, карандаш, линейка, фломастеры, ножницы. Итак, приступаем. Вырезаем из белого картона вот такую деталь. 2 одинаковых детали. Это у нас будет туловище. Я вырезала 16 на 12 по ширине сантиметров. 16 – это у нас длина туловища. Вы можете сделать размеры по своему усмотрению. Также мы вырезаем вторую деталь для головы. Это у нас получается диаметром 8 сантиметров. Можно взять стаканчик и обвести круг. И нам понадобится 8 полосочек. Вот таких полосочек из картона, чтобы сделать змейку и прикрепить туловище и голову. Приступаем. Берем вот эти полосочки. У меня уже вот есть заготовки 3, нам надо 4. Берем полосочки и делаем змейку. Змейку мы уже раньше с вами как-то делали. Это делается быстро. Вот так, смотрите, поочередно приклеиваете. Вот так получается змейка у нас. Все можно отрезать здесь лишнее. Последнюю мы приклеим. Так, теперь мы возьмем круг и сделаем голову медведя. Вырезаем вот такие детали ушки медведю. Приклеиваем к ним черные. Меньшим размером детальки получаем вот так. Приклеиваем эти ушки к голове. Приклеиваем глазки. Можно приклеить самоклеящиеся глазки. Так, приклеиваем ему носик. Вырезаем и приклеиваем. Вот так. Голова почти готова. Здесь мы возьмем черный фломастер и нарисуем его вот здесь. Вот.
получаем вот такую голову медведя. Остается нам соединить детали. Берем наши змейки. Приклеиваем. Здесь у нас будет голова. Вот здесь можно отметить, чтобы ровно мечаете. Так. Здесь мы приклеим. Нет, здесь еще будет не голова, а мы приклеим туловище еще. Вот здесь голова у нас будет по-другому. Так. Так, вот так. Получается. А теперь мы приклеим. Пониже приклеим вторую деталь. Вот так. Она держалась. И приклеиваем голову. Здесь мы загнем ему лапы. Так вот, даже чуть больше немножко. Так. И посмотрим, будет ли стоять у нас мишка. Так. Вот такой мишка у нас получился. Здесь можно нарисовать им еще коготки. Вот такие попки. Наш мишка готов. Спасибо за участие.